Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел ND-фильтр переменного типа от ND2 до ND400. От 1 до 8 стопов. Пришло вот в такой вот упаковке, помимо основного пакета почтового, который шел непосредственно из Китая. Фильтр поставляется непосредственно с прищепкой. Диаметр его 37 мм фильтра. Как поняли по прищепке, то есть он предназначен в основном для смартфонов. Для того, чтобы затемнять те или иные участки, либо получать соответствующие изображения типа молочной воды, тем самым увеличивая выдержку, получать соответствующие эффекты. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Давайте посмотрим, что находится внутри этой упаковки. Во-первых, вот такой вот фильтр, как видим, его здесь наименование, именно для смартфонов, ND-фильтр переменного типа от 2 до 400, вот здесь вот показано максимальное значение и минимальное значение. Есть соответствующая риска, обозначающая в данный момент, какой вы применяете из вариантов от минимального до максимального. Отрицательный вариант в том, что нету фиксации на минимуме и на максимуме. А это чревато тем, что данный фильтр страдает так называемым X-образным изображением. Как раз вот X-образное изображение появляется непосредственно за вот этими пределами минимума-максимума. Поэтому, ввиду того, что нет фиксации, необходимо следить за тем, чтобы у вас не сбились настройки. Если посмотреть, мы видим затемнение. Вот оно, максимальное. И вот мы уже ушли от минимального. И давайте посмотрим непосредственно, как себя повезет данный фильтр на смартфоне. Так, как видим, все достаточно хорошо работает. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок и до следующего видео.